Всем привет! С вами Натали, и вы на канале «Кухня. Хорошего настроения». Сегодня представляю вашему вниманию рецепт отличной и очень вкусной пикантной закуски из свежих помидор. Готовится она очень быстро и просто. Попробуйте приготовить, она обязательно вам понравится. Для закуски нам потребуется 0,5 кг свежих помидор. Их я предварительно помыла и обсушила. Помидоры нарезаю кольцами. Закуска, приготовленная таким способом, разнообразит не только обычный семейный ужин или обед, а также украсит любой праздничный стол. Помидоры мы нарезали и разложили на тарелке. Затем для них мы будем готовить маринад. Для маринада нам потребуется 3 зубчика чеснока, зелень петрушки и укропа, оливковое масло, 1 столовая ложка, смесь перцев или просто черный молотый перец по вкусу, горчица, обычная классическая русская, 1 чайная ложка и уксус. Я использую бальзамический уксус, но можно использовать обычный 9% уксус. Потребуется 1 столовая ложка. В отдельной чашке смешиваем масло, уксус, горчицу и молотый перец. Все хорошо перемешиваем и добавляем чеснок. Чеснок я выдавливаю через чесночницу. Снова все хорошо перемешиваем, подсаливаем по вкусу и опять перемешиваем. Маринад готов, затем мелко нарезаем зелень укропа и петрушки. А вообще остроту блюда можно регулировать по вашему вкусу. Далее подготовленным маринадом обильно смазываем помидоры. Я это делаю с помощью кулинарной кисточки. Затем помидоры посыпаем рубленной зеленью. Закуска из помидор готова. Перед подачей на стол ее необходимо убрать на 30 минут в холодильник. И можно кушать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я вам желаю приятного аппетита и хорошего настроения. До новых встреч!